Добро пожаловать на канал «Серебряная птица». Представляем вам удивительные и необычные новинки украшений. Наша первая модель – комплект с асимметричной декоративной композицией. Серьги и кольцо выполнены из серебра с покрытием оксидирования. Отсутствие равновесия в элементах создает особый шарм и добавляет образу нотки эксцентричности. А жемчужная вставка придает ему лоск и сдержанную роскошь. Следующая модель – брошь-игла самой королевы. Ведь все мы в душе немного царские особы, правда? Покрытие оксидирования, без вставок. Следующая модель – не просто украшение, а настоящий защитный талисман. Кольцо имеет надпись «Спаси и сохрани» и декорировано ярким бесцветным мини-фианитом. Доступно в двух покрытиях – оксидирование и золочение. Аккуратное кольцо непременно станет вашим верным спутником. Мы приберегли для вас нечто действительно неординарное – брошь с жемчугом и минималистичным абстрактным дизайном. Доступно в двух вариантах покрытий – золочение и платинирование. Идеально для ценителей стилей модерн и авангард. А сейчас приготовьтесь. Эта брошь специально изготовлена для меломанов и музыкантов. Доступна в двух покрытиях – золочение и платинирование. Такой небольшой аксессуар, а так много может о вас рассказать. А мы переносимся к следующему шедевру нашей коллекции – объемной фигурной подвески в форме сердца. Снабжена аккуратным замочком и может раскрываться. Очень эффектный аксессуар для романтического образа. И как элегантно смотрится на цепи с плетением двойной ромб с граненными звеньями. И в завершении показа – неординарное колье для создания современного образа. Доступно в двух покрытиях – золочение и платинирование, без вставок. Сочетайте это колье с браслетами из крупных цепей или серьгами с геометрическим узором. Экспериментируйте и создавайте экстраординарные образы каждый день.